игрушки в исполнении наших гостей для жениха с невестой. Музыка готова? Поехали! Нет, так не надо. Вперед! Начинаем с команды, которая болеет за девочек. Зайку бросила хозяйка. Так, назад, молодцы. Муха, муха, цикатуха. Молодцы, за мной. И назад откатились, так. Уронили мишку на пол. Пока все хорошо. Я люблю свою лошадку. Тихо. Да ниточки промок, это другой, только не лошадка. Тихо. Я забыла озвучить одно правило. Если... Иди сюда поближе. Команда прокалывается. Дай сюда тоже. Тихо, ша. Подходим. Опускаем, не глядя, ручку сюда. Любую купюру одну достаем и перекладываем сюда. Самолет построим сами. Стоп. Так, стоп. Иди сюда, тихо. Так, подходи, так. И по чесноку. Так, не глядя. Одну, самую тоненькую. Да ладно, слушай, не все тоненькие, давай. Урвал такие, ох, шук. Так, ладно, ближе сюда, вот ту же вот дырка целая, и из этого он рассучил. Так, музыка готова? Поехали. Внимание, идет бычок, качается. Молодцы! И назад поехали. Нет, напрасно мы решили. И что ж вы молчите, как партизаны? Так, Катя, подходим. Честно. Или Оля, да? Так, не глядя. О! Точно самую толстую. Так, музыка готова? Поехали дальше. Так, будьте внимательны. Ну, музыка. Внимание. И под парауст бычок. Хорошо, но только прокололись, ты успеваешь? Ладно, тихо, стоп. Но там все равно. А вы вот уверены, что справится? Музыка готова? Ладно, в виде исключения. Поехали. Ребят, ту же самую. Поехали. Пошли и... Под парау стул бычок. Слушай ты, ну чё? Ну простой стих. Под парау стул бычок, лёг в коробку на бочок. Сонный мишка лёг в кровать, только слон не хочет спать. Так, ладно. Стоп. Так, ладно. Ну всё. Так, все, ну больше я не пойду на вас на поводу. Так, ладно. Все, считаем так 1-1. Все, ладно. Все, поехали дальше. Музыка, вы готовы? Не подведите. Мишка косолапый. Рыжий, рыжий,
конопаты. Ай, молодцы! Ладно, пожалею я вас, а то сейчас скажут, там тамаду подкупили. Так, дорогие мои друзья, мы вот все то, что собрано в этих вот кулечках милых, считать не будем. Тихо, послушайте. Мы считать не будем. Я просто-напросто попрошу сейчас вас... Все. Сейчас просто возьмите. Нет. Просто сейчас давайте послушаем тишину и еще кое-что. Плащ детский. Тихо. Хочешь тренироваться? Забыл уже. А чего мы так молчим, молодой человек? Что мы там должны сейчас послушать? Сейчас внимание, действительно, внимательно слушаем. Дорогие мои, а теперь ответьте мне на вопрос вообще. Разве может сколько-то стоить детская улыбка или детская слеза? Или первый зубчик, первое слово, первый шаг. Это все бесценно. Поэтому давайте мы сейчас под ваши аплодисменты вручим это богатство нашим молодоженам. Они уж знают, как с этим всем разобраться, как распорядиться.